Это, внимание, данный ролик несет, в принципе, исключительно развлекательный характер, вот, и может содержать сцены опасной езды, нецензурную брань и плоский юмор. Вот, и убедительная просьба не повторять данную езду на дорогах общего пользования, не дай бог, пизданетесь еще. И, кстати, все трюки выполнены идиотом, да, которым просто везет. Ну что, ребята, всем привет. Сегодня... Для кого-то будет праздник, ну а для меня, сука, сегодня траур. Потому что я последний день, последний вечер со своей любовью, со своей мечтой, на которую, как я раньше говорил, стер все руки в детстве. И я даже помню, когда у меня была Nokia, знаете, ну уже не кнопочная, уже более-менее сенсорная такая. У меня именно эта расцветка, именно этот джиксер стоял на главном экране, когда я был школьник и каждый раз смотрел, чтобы хоть как-то быть ближе к своей мечте. И, ну, к сожалению, сука, такая жизнь, что мы стремимся к лучшему и приходится порой расставаться из-за нужды к деньгам и так далее. Поэтому, ребят, сегодня последний вечер я хочу разделить с вами. Для меня это действительно, я отдаю свою любимую игрушку, своего самого лучшего друга, который в первую очередь спас мне жизнь, если вы помните. Как я с него пизданулся, я не знаю, как я не остался калекой, потому что упал я очень сильно, и в какой-то мере благодаря этому созданию я жив. И мотоцикл действительно очень хороший, очень крепкий и очень красивый. Для меня он всегда останется самым лучшим, самым красивым и самым страшным мотоциклом, потому что я на этом мотоцикле сколько бы ни ездил, как бы на других, страшнее всего на этом. Потому что, ребят, вот эта банка, это пиздец. Это просто, вот что вы слышите в экране, это вообще ни с чем не сравнится. Вот слышите у себя на компьютерах, смартфонах, неважно. Это не сравнится с тем, что звучит в жизни. Я громче и красивее, ебанутее, ничего не слышал. Поэтому, ребят, мы начинаем новую главу. К сожалению, я прощаюсь со своей любимой Сюзанной. Хозяин, грубо говоря, где-то через часов 8-10 уже приедет ее забирать. Мы пишем договор, и он забирает эту малышку. Я хочу, чтобы вы этот момент разделили со мной. То есть я хозяину пообещал, что сильно ездить не буду, но я все равно ебану напоследок, сука, блять, потому что это моя любовь, это любовь всей моей жизни. Знаете, когда вы расстаетесь, вот был у вас такой момент, вы расстаетесь, знаю, пизжу много, блядь, когда вы расстаетесь с девушкой, вы знаете, что все, расстанетесь, но последний раз, блядь, вот что, блядь, или в армию, когда мужики собираетесь, либо долгую поездку, вы бабу прям дрете, блядь, как в последний раз. И вот поэтому я сейчас ее буду ебашить вот так. Очень красивый мотоцикл, очень приятный. Ну что, мой самый лучший друг, моя любимая женщина. Она просто прекрасна. Просто ёбнется. Ну что, ребята, приятного просмотра!
кстати, я как... Блядь, аж эти сложились, сука. Короче, вот знаете, я как человек сейчас на стоковом выхлопе катаюсь, да? Я не катался на этой малышке. Но звук ебанистический. И я хочу сказать, от L2, вот, ну, есть отличия, конечно, но они несущественные, ребят. Пизда. Ну все, отец, я покатался. Покатался? Да. Нормально. Слушай, ну громкий он пиздец, да? Орёт, это хорошо. Вот это да. Ну что, ребят, я сильно не стал на нем это рассекать, потому что... И насиловать, потому что... Человек уже завтра забирает, поэтому, ну, сами понимаете, это не по-человечески будет к нему, поэтому прокатились. Но все-таки я все равно боюсь этот мотоцикл, блядь. Либо из-за звука. Не знаю, очень бешеный мотоцикл. Тот черный, конечно. Не знаю, у меня с ним как-то больше дружбы, блядь, идет, нежели с этим. Этот мотоцикл вообще ебанутый. Не знаю, у него есть свой характер, у него есть какая-то вот... Своя начинка, блядь, вот все равно она есть. Поэтому, ребят, если есть 300-400 кусков плюс, берите, не пожалеете, блядь, это прекрасный мотоцикл и очень надежный, и хоть и хвост, и гриву, короче, ребят, все, зюшки смотрели.